Автор – Любовь Шалгымбекова. Категория – информационно-коммуникационные технологии. Автору блога – председателю Комитета госдоходов Министерства финансов Республики Казахстан Ергожину. Мы начали в 2016 году получать электронные счета-фактуры только от двух поставщиков. От остальных получаем обычные. Поэтому форму 308 заполняем сами. Как заносить электронный номер счет-фактуры из 31 цифры, включающей зачем-то 12-знаковый бин отправителя в форму 308? В этой форме не предусмотрена отдельная колонка для электронного номера. Пока туда заносим учетный номер счет-фактуры. Наверное, нужно ввести колонку для электронного номера счет-фактуры, который формируется информационной системой электронной счет-фактуры. Согласно подпункту 2 пункта 20 правил документооборота счетов фактур, выписываемых в электронном виде, утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан, в строке 1.1 номер учетной системы указывается порядковый номер счет фактуры, который присваивается в налоговом учете налогоплательщика и определяется поставщиком товаров, работ, услуг самостоятельно. В соответствии с подпунктом 5 пункта 39 правил составления декларации по НДС формы 307 и 308 в графе Е указывается арабскими цифрами номер счет фактуры, который должен соответствовать номеру, отраженному в счет-фактуре. Таким образом, при заполнении реестров 307 и 308 указывается номер учетной системы, который присваивается в налоговом учете налогоплательщикам и определяется им самостоятельно. На сегодня данное обязательство существует у предпринимателей, которые в рамках Казахстана Всемирную торговую организацию растамаживают, очищают товары по пониженным ставкам. Эту систему уже они ведут. На следующий год предполагается расширение этого перечня. Сегодня в перечень включены около 1400 позиций товаров. На 2017 года перечень будет увеличен до 3000. То есть вовлеченность плательщиков в эту систему будет возрастать.